Comedy Club – это вообще такая прогрессивная программа, такое прогрессивное веяние. Безусловно, они революционеры. Но, вы понимаете, в чем дело, происходит деградация общества, и революционеры сейчас, они другие тоже. Это люди, лишенные образования, уже доставленные вопросом о том, что же у нас случилось с Пашей Волей на первом заседании Comedy Club. А происходило на самом деле следующее. Вышел Паша Воля, и я же не помню там дословно, но выглядело примерно вот так. Рядом с Катей Лель сидит чудовище, у которого уровень хны в волосах повысился. Дальше не вошло в телевизионную версию. А дальше звучало так. Роман, на самом деле я тебя очень уважаю, только почему ты перестал подкрашивать губки, красить глазки и ходить на работу с косметичкой? Может, ты и в очко перестал долбиться? Но вот это вот не вошло.